Это помещение в арт-резиденции Черноисточинска было пустое и невзрачное еще несколько месяцев назад. А теперь здесь уже появилась сцена, где будут выступать ребята из детского театра игры «Кукушка». Смонтировано профессиональное световое оборудование и совсем скоро повесят кулисы. Здесь мы уже играли в спектакли, но без сцены, без оборудования, просто такое, в камерном таком формате. Летом 2023 года у нас прошел наш третий Куку-фест, и спектакли игрались на всех площадках, в том числе здесь. И в процессе подготовки к новому спектаклю мы поняли, что нам просто уже катастрофически не хватает ни места, ни оборудования. Юлия Пиляй предложила подать заявку на грант. Ее поддержали педагоги и воспитанники. Межрегиональный конкурс «Среда возможностей» стал отличным шансом для продвижения Черноисточинского детского театра. Он направлен на улучшение условий детей и подростков, проживающих в отдаленных от культурных центров территориях. Мы назвали проект «Новая сцена, новые возможности». И уже в октябре узнали о том, что мы стали победителями конкурса, выиграли 500 000. И прямо сейчас происходит реализация этого проекта. На выигранные деньги также закупили звуковое оборудование, проектор, стулья для зрителей. На окнах будут плотные черные шторы, чтобы в зал не попадали солнечные лучи. Мы играли в музей наличников. Там, естественно, вообще было неудобно, потому что если там приходило очень много людей, они всегда садились, им было не видно. Или когда там, например, там сзади вообще ничего не было видно. А сейчас мы будем играть на сцене, и будет все хорошо видно. Вообще супер. У нас, конечно, большие планы. Мы хотим и школьные классы сюда приводить на наши спектакли, и привозить сюда другие коллективы, чтобы сцена работала не только для нас, но и вообще для всех жителей поселка, и действительно приносила ребятам не только нашим, но и всем поселковым ребятам большую радость и новые возможности. Сейчас в детском театре актерскому мастерству, работе с различными видами кукол и сценической речи обучаются 9 ребят, 5 из них старшего возраста. Это те, кто находится в театре с самого его основания, так сказать, костяк труппы. И 4 человека – малыши. Они только изучают мир театрального искусства. Для меня важно, потому что тут у меня самые близкие люди, мне с ними очень комфортно, нравится. Ну и все, в принципе. Тут просто много возможностей, и мне тут просто нравится. Это мое дело, я чувствую то, что я буду поступать на театральное. Уже завтра состоится торжественное открытие оснащенного зрительного зала, который примет своих первых зрителей. Юные актеры покажут 3 спектакля.